Жан Буш, еще один спортсмен, который выступал на универсиаде в итальянском городе Тренто. Занял 4-е место, Марис Куталашвили 5-е, Гордей Горшков 2-е. И ни у Гордея, ни у Мариса в произвольной программе дела шли отнюдь не гладко. Посмотрим, как-то выступит Жан. Сколько нужно вообще для восстановления между турнирами? Для того, чтобы нормально перелететь, оттренироваться и выступить на своем достойном уровне? Ну, у каждого по-разному. Не знаю, мне надо недели 2, наверное. Ну, конечно, бывает, когда там полторы недели перерыва, просто себя сразу как-то настраиваешь. День отдыха, сразу на лед. Буши 73,4 балла после короткой программы. Он на 5-м месте. Четверных заявлено. Сделал. Сегодняшний день, во-первых, она необычная, не
что силы его покидают уже, но все равно. У каждого свои цели, у каждого свои надежды на этот турнир. Приятно смотреть, правда. Мне сегодня говорят, улыбайся, улыбайся там в программе. Но забываешь, вот приятно смотреть человека, когда он улыбается со стороны. Сейчас я вижу это. Невероятно сложно представить, как это можно улыбаться, да. Но Жан действительно боролся до конца. Боролся до конца, молодец. И можно сказать, что ему... При всем, при том, что и упал, и не все прыжки исполнил так, как задумывалось, но, тем не менее, ему удалось все-таки его произвольная программа. И сейчас у него неплохие шансы остаться в шестерке, то есть в группе сильнейших, в которую он попал после короткой программы. Разница между Жаном и Константином Меньшовым была чуть меньше 3 баллов. Но, учитывая, что у Жана были помарки, и он все-таки не такой именитый спортсмен, думаю, что сложно ему будет побороться. К тому же у него один четверка. Еще Артур Гачинский. Тоже. Еще Артур совсем неподалеку, да. Поэтому, ну, посмотрим, как судьи оценят. У нас сейчас самая интересная, самая интригующая ситуация складывается в чемпионате России. Мы пока ждем оценок Жана Буша, смотрим за самыми эффектными фрагментами его произвольной программы и ждем выступления Максима Кофтуна, который, как ни крути, собирается прыгать 3 четверных, да, прыжка. И один из них еще в каскаде тройных. Сейчас будет интересно посмотреть. Ну, Максим, честно говоря, очень здорово уже откатал свою короткую программу. Да, очень хорошо, молодец. Ну, вот он в Москве на Кубке Ростелекома откатал практически так же, только сделал еще 4-3, по-моему, каскад. И там набрал тоже сумасшедшее количество баллов за короткую программу. Ну, правда, потом ему не хватило, я уж не знаю, сил или мотивации, или психологической концентрации на произвольном. Да, откатал. Но все равно короткую он, наверное, поставил себе такой рекорд, который теперь тяжело побивать будет. Личный мировой, личный свой рекорд. Если уж на то пошло, на международных стартах у Плющенко не было таких баллов за короткую программу. Внутри страны все-таки несколько иные оценки и несколько иная система координат. Ждем оценок Жана Буша. Нам показывают, что он для лидерства должен набрать почти 188, но это не серьезно. Кстати, совсем неплохо. Очень хорошие оценки получает Жан Буш за свою произвольную программу. 144 балла ровно. Это 6-е место в произвольной программе. И теперь дождемся оценок по сумме. Сумма 217. Артуру проигрывает он тоже. Сейчас он только 5-й.